Главное событие этой недели. Православные отметили Святое Христово Воскресенье. Ночью в храмах Воркуты прошло богослужение, а днем горожане встретились на главной площади города. 16-й год подряд вот так в Воркуте отметили Пасху. Крестный ход с двух сторон. От храма святого архистратига Михаила и от храма Иверской иконы Божией Матери. В торжественном шествии священнослужители, казаки, прихожане. В их руках хоругви, иконы и другие святыни. Впереди крест Христовый. Его величественно несли под неутихающий колокольный звон. На центральной площади города собрались православные верующие. Их поздравили со Светлым Христовым Воскресеньем руководители города, экс-мэр Воркуты Игорь Шпектор и священнослужители. Мира, благоденствия, всего наилучшего, чтобы у каждого в душе была любовь. И главное, в суе, чтобы мы были стали добрее и терпимее друг к другу. С праздником вас! Мирного неба над головой, мира в ваших домах и семьях. Благополучие! С праздником! Христос воскресе! Многочисленные «Христос воскресе» и «Воистину воскресе» в этот день звучали со всех сторон. Под окропление святой водой подставляли пасхальную снеть и старались попасть сами. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Ой, ну светлый праздник, мы всегда приходим, и какое-то удовлетворение, и успокойствие какое-то. Праздник этот, это понимание, надежда, любовь. В первую очередь, это вера, счастье и любовь, наверное. Я очень рад этому празднику и тому, что принял в нем участие. Вернувшаяся в Заполярье зима со снегом и порывистым ветром не напугала горожан. В душевном порыве собрались на празднование Пасхи несколько сотен воркутинцев. Господь испытывает нашу веру. И вопреки этому ветру, этому снегу, мы здесь. И мы радуемся воскресшем Христе. Потому что мы веруем в этот великий и славный день воскресения Христова. Он нас объединяет вопреки всем стихиям. Мы, воркутинцы, сегодня вместе. Христос воскресе! После пасхальной церемонии празднование на площади продолжилось. Здесь развернулась торговая ярмарка. Пришедшие отдыхали в ожидании ароматных шашлыков и покупали пасхальную снеть. Марина Иванова, Павел Корнев, ТВ-Гало, Воркута.